Добрый день. Загадка. В траве валяется на К. Начинается, на К заканчивается. Ну? Правильно. Кабачок неправильно. Кузнечик. Сегодня мы поговорим о аккомпанементе. Сегодня мы поговорим об аккомпанементе. Аккомпанемент – это сопровождение мелодии главного голоса. С помощью аккомпанемента можно украсить главный голос, мотив, мелодию, а можно и нет. У нас в школе для ребят есть задание сыграть аккомпанемент мелодии простой Владимира Шаинского «Кузнечик». И мы сейчас попробуем. Я вам покажу, что из этого можно сделать. Но предупреждаю, я это записал заранее, потому что наша студия позволяет делать что-нибудь одно. А когда будет звучать мотив, я буду хвастаться своими гитарами. Ну, как-то так. Маэстро-аккомпаниатор, пожалуйста, включите нам фонограмму. Сначала просто мотив. Теперь мы сыграем аккомпанемент шагающим басом. Теперь приджазуем его. Свинг. Нет, это не свинг. Вот теперь мы сделаем аккомпанемент триольной пульсации. Теперь heavy metal.
Теперь мое самое любимое. Сделаем, мы сейчас сыграем. Теперь какое-нибудь, я не знаю, тоже тяжелое что-то. Очень странное. А теперь все вместе, что это может быть? Прекрасно. Семь разных примеров аккомпанемента мы услышали. Давайте, пожалуйста, придумайте свой.